В Тюменской области с 8 ноября вводят ограничения для посещения ряда объектов. Теперь QR-код и паспорт потребуются для похода в театр, кинотеатр, концертный зал и цирк. Кроме того, код у тюменцев попросят при посещении фитнес-центров, спортклубов и массовых спортивных мероприятий. Требование распространяется и на торгово-развлекательные центры. Исключение составляют отдельно стоящие гипермаркеты с продовольственными товарами универсального ассортимента. Данные правила распространяются на всех тюменцев, достигших 18 лет. Напомню, что достаточно серьезные штрафные санкции до 300 тысяч может быть наложено на юридическое лицо, поэтому призываю вас всех очень внимательно и педантично, компетентно относиться к данным новым ограничениям.